вместе россиянами. Спасибо вам, что вы вместе в эти тяжелые минуты для России, и что мы вместе скорбим в утрате, большой утрате жертв, невинных жертв во время теракта на Лубянке и на парке культуры. Скажите, пожалуйста, вот вы сегодня вместе, какие ваши чувства, будьте любезны? Что террористы получат возмездие, и божи от Бога по возмездие, и человеческое возмездие. И мы заверяем и Медведеву, Путина, мы вас поддерживаем. Вот. Спасибо. Спасибо. Ребята, мы хотели вам выразить благодарность за то, что прекрасное мероприятие дали и за вас. Огромное вам спасибо. Потому что сегодня, как говорят наши руководители, Медведев и Путин, нам необходимо всем единство, чтобы мы все были одной единой семьей. Спасибо. И давайте всем помолиться за тех, кто погиб во время этих страшных терактов. Вы не могли бы несколько слов сказать? Какие чувства у вас сегодня? Спасибо вам большое. Спасибо.